In my life, I have seen so many miracles, so many, ashchurjo. Wonderful thing. Моя жизнь, она богата чудесами. Я увидел в своей жизни столько много удивительных вещей. And that feelings given me very strong position in transcendental platform. И все, что я пережил в этом мире, они это так сказать, приблизило меня, утвердило меня на трансцендентной платформе. My launching pad is very strong and secure by the grace of Srila Guru Maharaj. I can throw any rocket from this material to transcendental world. Я осознал свою способность. Я понял, что Гурудев наделил меня способностью. И Гурудев шутку говорит, я могу запустить ракету с Земли, которая достигнет трансцендентного мира. Side by side, we not forget it. The Krishna Das Kaviraj Goswami, who have got the mercy of Nityananda Prabhu, he not forgot to give his own identity. И автор Чайтаньи Чаритамриты Кришна Дас Кавираж Госвами, который получил милость Нитянанды Прабху, в какой-то момент он раскрывает свое духовное положение. Пуришери китхойте муисе логисто, жагай мадхай хойте муисе паписто, мор нам лай джей тар пунно хой, мор нам лай джей тар пап хой. Амон и нирвинно море кева крипа коре, ак нитянанда вина жагата мажаре, премай макто нитянанда, крипа аватар, уттам адхам кичу, на коре бичар, же аге поро етали коро е нистар, оте еве адхаме коре лен пар. This is glorification of Nityananda Prabhu given Srila Kaviraj Goswami, and that is our identity actually. В этой шлоке Кришнадас Кавираж Госвами он говорит о том, что я хуже навозного червя, любой, кто произнесет мое имя, соприкоснется с грехом. Но тем не менее, Нитянанда Прабху по своей милости пролил на меня поток божественного нектара и утвердил меня в трансцендентном положении. И это шлока, который являет Кришнадас Кавираж свое трансцендентное положение, это также связано с положением учителя. Another way, also we can see the position of Srila Gurudev, non-different form with Nityananda. Поскольку Нитянанда Прабху, его положение это положение гуру. Extreme merciful divine form. Он обладает огромной, особой милостью, особой формой милости. Кришна Дас Кавираж Госвами said that Nityananda is blessed me and I have got everything in Sri Vrindavan, Shar Goswami, Rup Sanatana, etc. Кришна Дас говорит, что после благословения Нитянанды я обрел Вриндаван. Там во Вриндаване я обрел прибежище великих святых, таких как Рупа Санатан, Госвами и других. And Das Goswami, who told Asa Bhari Ramita Sindhu Mai Katanchit Prano Mayati Gamitu Kila Sampratinghi Tanchit Kripangan Mahi Vidasasi Naiva Kingime Pranoid Braje Nacha Barodu Bakari Napi. As Goswami said, I have not got your mercy, O Radharani. I do not want Krishna's mercy. I want your mercy, then Krishna.
But when you will be merciful to me, 80 years I passed in my life, and always I am hopeful I shall get, but not getting. Дас Госвами в своей поэзии прославляя тот мир, говорит о том, что я не надеюсь на милость Кришны, мне не нужна его милость. Я не надеюсь на милость божественных его спутников. Я прошу, надеюсь на милость своего наставника. Вот уже 80 лет, как 80 лет моей жизни прошло, я все еще по-прежнему надеюсь. And other way, Das Goswami said, Namo Srashtam, Manuma Pisati, Putra Matra Sarupam, Rupam Tashagra, Jamurupuling, Mathuring, Ghostobati, Radha Kundam Giribara Maho, Radhika Madhavasam, Prapto Jasya Prasita Kripaya, Sri Guru Tanganatosmi. Beautiful sloka. Yeah, I have got everything. Но в другой шлоке Рагунат Дас Госвами он открывает, показывает надежду, говорит, «Нама шештам анаму пииш ачипутрам». В этой шлоке он говорит, что «Я обрел все по милости гуру». Я обрел Махапрабху, обрел духовный мир, Вриндаван. Все уже есть, все это даровал мне Гурудев. И Гурудев говорит, насколько прекрасна эта шлока. Then, by hope, we are so near to Krishna and Radharani. Поэтому мы настолько близки к Кришне и Радхарани, мы не можем этого осознавать. But by action, we are living so far from that abode. В надежде мы близки, но своими действиями мы удаляемся. По неспособности своих действий мы живем очень далеко от того мира. Conclusion given Sri Chaitanya Dev. This situation Achinta Bhedabhed. И Махапрабху он объяснил это все одной фразой. Он сказал Ачинти беды беды, непостижимое единство и различие. One way it is so near, another way it is so far. С одной стороны, это столь близко для нас, а с другой стороны, это столь далеко, столь возвышенно. But who have got so near, he never will think it is so far. И тот, кто достиг, приблизился к этому, он переживает это, он понимает, что хоть это и далеко, но это во мне. In Upanishad also we see tadure tadantike. This sloka. It is so far and so near. В этой шлоке санскритской говорится, хоть это очень далеко, хоть это очень далекое и высокое, но это мое, это близкое мне. Open your door, mercy waiting. Behind that, you open your door. Милость она. And it will enter to you. Милость она здесь, она ждет нас. Но необходимо открыть свою дверь, открыться ей, и тогда она войдет в каждого. Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакти Шарма. Шри Гуру Чарана Падма Кевала Бхакти Шарма. Аре Банда Муи Savadhana Mate Yahara Prasade Bhai Bhavatari Ajai Yahara Prasade Krishna prapti hai jaha hoite Guru mukha padma vakya
читите кория ой ко гуру мока пана вакья читите кория ай ла кори хо моле аша জন্মে প্রভু সেই চক্ষু দান দিলা চক্ষু দান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সে দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায়ে যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন আহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া আজি অধম লইল শরণ আমি শরণ নিলাম হে অভয় শ্রীপাদ পদ্মে শরণ নিলাম হে দয়া কর হে পতিত পাবন শ্রী গুরুদেব দয়া কর হে শ্রী চরণে স্থান দিয়া দয়া কর হে তব শ্রী চরণ সেবা দিয়া দয়া কর হে শ্রী চরণ সেবা দিয়া